Ускорить процесс получения госуслуг, сделать процедуру проще. Это стало возможным благодаря проекту «Открытый Акимат». Он работает с прошлого года. Теперь, чтобы обратиться в органы госслужбы, достаточно иметь мобильный телефон и выход в интернет. О том, как сервис изменил работу отдела жилищно-коммунального хозяйства, журналисты узнали на брифинге в региональной службе коммуникаций. Из 6 услуг, которые предоставляют ведомстве, половина доступна в электронном формате. Например, здесь можно встать в очередь на заветные квадратные метры, получить справки, приватизировать жилплощадь. А еще такое нововведение предупреждает коррупционные риски, экономит время, говорят чиновники. Если раньше такого не было, мы не знали, сколько в день приходит людей к нам на прием по различным вопросам, то есть по жилищным вопросам различного направления. На сегодняшний день, во-первых, мы знаем, во-вторых, это очень удобно для услугополучателей, потому что у них действительно комфортные условия, и они недолго ждут свою очередь.